Случайность, непознанная закономерность. Уже традиционно в Самаре смена времен года происходит точно по календарю. 1 сентября – осень, 1 ноября – наступает зима. О том, что будет обильный снегопад, было известно заранее, а потому городские коммунальные службы оказались готовы к испытаниям. Первые снегоуборочные машины вышли на улицы Самары с самого раннего утра. Кирасиры городских дорог по мере упадения осадков расчищали проезжую часть, чтобы в часы пик не допустить транспортного коллапса. Снег убирали 134 единицы техники муниципального предприятия благоустройства. Но синоптики прогнозируют усиление осадков. Резервы у города есть. В зависимости от складывающихся погодных условий, в ночь выход техники составит 160 единиц. В принципе, если будет необходимо, предприятие в состоянии увеличить выход до 230 единиц техники. То есть, учитывая опыт прошлых годов, при таком снегопаде силы предприятия достаточно, чтобы к утру, к началу рабочего дня и началу движения, город обеспечил безопасность и удобство. Больших пробок на городских улицах удалось избежать. Движение шло в штатном режиме. В департаменте городского хозяйства обещают, что и в последующие дни будет так же. Не остались в стороне и управляющие компании. Во дворы и на внутриквартальные проезды рабочие вышли еще до рассвета. Пришлось выйти в 5 часов утра, работали без обеда. Убирали много, большую территорию, Желябу 18, Желябу 13, снег, все время ходим за трактором, холодно. В середине дня дворы уже были расчищены. У нас двор нормально чистит всегда утром, так, когда после снегопада, так все нормально. Как справляются коммунальщики с сюрпризами погоды, обсудили на совещании в городской администрации. Нигде сбоя не произошло, и в выходные, и в субботу, и в воскресенье все дорожные службы, в том числе и районы, отработали в штатном режиме. Я бы хотел обратиться только к районам. На сегодняшний день вот этот сильный снег дают, чтобы мы сосредоточили свое внимание в первую очередь на тротуарах, квартальной, придомовой территории, на остановках. Сегодняшний снегопад – это лишь первое испытание нынешней зимы, которая в этом году будет холодной и снежной, так предсказывают метеорологи. Главный вывод, который сделан по итогам работы – город готов к любым сюрпризам погоды. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».